Опубликовано постановление правительства номер 413, вступает в законное действие с 4 июня. Ну, первое, это касается тех автомобилей, срок прохождения технического осмотра, который выпал на 2011 год, то есть месяц указан год, он переносится автоматически на следующий год и тот месяц, который указан в талоне технического осмотра. Затем, значит, с 4 июня, ну, это касается транспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн, то есть грузовые и легковые автомобили. Затем, значит, новые автомашины, которые предоставляются на регистрацию, либо срок изготовления которых не прошел более года, то талон технического осмотра выдается без предоставления данного транспортного средства на технический осмотр, то есть на 3 года выдается. Это касается новых автомашин. Значит, ну а дальше изменения коснулись. Есть ряд положений, то есть если гражданин выезжает за границу, он должен прибыть в органы ГИБДД, чтобы получить дубликат талона технического осмотра, то есть, соответственно, уплатить госпошлину 300 рублей, получить уже талон, где, соответственно, указан год 2012 и месяц 2012, чтобы не возникло проблем при пересечении границ. Ну и вступает это все с 4 июня. Еще раз напоминаю, до 4 июня все водители, кто желает пройти технический осмотр, как бы отдел ГИБДД советовал бы пройти. То есть, и именно по техническому осмотру, у кого на 2 года технический осмотр, чтобы не создавать ажиотаж в 2012 году, все-таки проходить по плану, по графику в 2011 году, чтобы равномерно распределить нагрузку 2012 года. Из-под ведомства ГАИ и МВД уйдет этот технический осмотр, но все равно все приедут в 2012 году-то получать талон заветный, да, чтобы не оказаться в очереди.